Итак, друзья, когда вы приедете на Байкал, вы обязательно придете на рынок в Листвянку. И мы хотим вас познакомить с тем ассортиментом рыбы, который здесь есть. Олеся, привет! Здравствуйте! 55-й павильон. Олеся, что есть? Чем торгуем? Омуль прессованный, делается сухим посолом, под прессом, мяско плотное, не сильно соленое. Очень хорошо хранится. Омуль вяленый, солится, вялится. Такой натуральный вкус получается, малосольненькое, свежак, вообще огонь, пожар. Также холодного копчения, омуля разные. Есть вот такие крупные, есть вот такие средние, есть вот такие маленькие. Это все уже зависит от покупателя. Самое главное вот у нас это голомяночка. Есть на палочках вяленая, более жирная. Вот эта голомянка более пивной вариант. Я ее подсушиваю хорошечно. И люди либо под пиво берут, либо как чипсы. Она получается такая омега-3. Вот это холодного копчения, она прямо жирненькая. Это единственная рыба, которая только у нас на Байкале ловится. Состоит из жира. Ну, эндемик, короче, нигде ее больше не увидите, не попробуете. И если вы приехали первый раз, вы обязательно должны попробовать горячего копчения. Это 100%. И омуль есть, и пелить есть, и сиги. Также есть и крупные, и мелкие, и средние. Все зависит от того, что какую рыбу привозят, такую и готовим. Также есть вот такие у нас. Иногда сиги холодного копчения. Все свежее, все вкусное. Огонь, пожар.